жизнь. Сила Божья такая невероятная на этой женщине. Приведите ее. Спасибо вам. Что произошло с вами? Вставайте. Подождите. Встаньте и расскажите, что произошло. У меня были неврологические проявления болезни Лайма на последней стадии. Эта болезнь, можно сказать, убила меня. Я уже прошла третий курс лечения, и болезнь не проходила. У меня были приступы, и я была в инвалидном кресле. И как только я выздоровела, снова был рецидив, но я знаю, что я исцелена. Что произошло здесь? Я не знаю. Вы чувствуете жар? Я чувствую, что все мое тело трясет. Во имя Иисуса. Играйте. Протяните руки к ней и молитесь. Полное исцеление, Господь. Полное исцеление. Поднимите ее. Поднимите ее. Коснись. Вы с ней, молодой человек? Иисус, в Твоем имени сила. Иисус, Твое имя могущественно. Иисус, Твое имя освободит каждого пленного. Иисус, Твое имя — жизнь. Иисус, Твое имя — исцеление. Вы чувствуете этот жар на себе? Я чувствую его везде прямо сейчас. Вы его чувствуете? А? Да. Да? Когда я двигаю мою руку туда, я чувствую, как огонь выходит из вашего тела. Я чувствую, что горю. Да? На самом деле, да. Я знаю, я могу чувствовать его. Иисус, в Твоем имени исцеление. Спасибо, Иисус! Иисус, Твое имя — жизнь. Иисус, Твое имя освободит каждого пленного. Помазание на вас. Я чувствую его на вас. Оно на вашем теле. Продолжайте играть, пожалуйста. Иисус, Твое имя свято. Иисус, Твое имя — яркий свет. Все в нем, брат. Иисус, Твое имя превыше всех имен. Превыше всех имен. Я хочу сказать вам, что я чувствую, как огонь исходит от ее тела. Поднимите ее, ребят. Женщина, если Сын освободит, то истинно свободны будете. Вы можете возвращаться на свое место. Иисус.
Иисус. Иисус. Есть что-то в Твоем имени. Господь, все продолжайте стоять, пожалуйста. Спаситель. Иисус, Иисус, Иисус. Как благоухание после дождя. Брат, поднимите руки и попросите Господа исцелить вас. Он рядом с вами прямо сейчас. Иисус. Иисус, Иисус, Иисус. Every king and every kingdom, they'll all forgotten one day pass away. There's something, Lord, about your name. My wonderful Lord. Мой прекрасный Господь. Мой прекрасный Господь. By angels and seraphs in all heaven adore. Вы что-то начинаете чувствовать. Что вы чувствуете? Что вы чувствуете в своем колене? Что-то внизу, да? Я не знаю, что-то происходит внизу. Мой чудесный Господь. Мой прекрасный Господь. Мой прекрасный Господь, примите исцеление. Боль уходит, я знаю. Я могу двигать ею без боли. Я знаю, что вы делаете, я могу видеть вас. Я вижу, что происходит. Мой Спаситель. Мой чудесный, чудесный Господь. Иисус. Иисус. Как долго вы страдали от этого? Как долго что? Как долго страдали? 2 года. Господь сделал так, чтобы моя рука двигалась над вашей ногой. Я чувствую это. Я знаю, что вы чувствуете. Что вы чувствуете? Я чувствую жар. Что? Я чувствую, что Господь проходит надо мной. Я чувствую жар. Иисус, знаете, это Его имя. Чудесный, чудесный Иисус. Вы чувствуете, как что-то массажирует ее? Да, верно. Вы чувствуете, смотрите, я двигаю руку вокруг вашего колена круговыми движениями. Я чувствую это Господь. Конечно, это Господь. Я знаю, что это Господь. Я верю, я на самом деле верю. Господь проговорил ко мне, не трогайте их. Пусть твоя рука будет над ними. Я этого не понимаю. Все, что я делаю, это просто двигаю. Точно так же, как женщина пришла прошлым вечером. Она была слепая. И я двигал руками над ее глазами точно так же. Она сказала, я могу видеть. О, Боже, я могу видеть. Ее глаза очистились таким же образом. И мне это нравится. Вы видите? Господь. Господь исправляет там повреждения. Спаситель. Да? Я чувствую это. Я знаю, я просто провожу своей рукой. Вы видите, что я делаю здесь? Я просто двигаю своей рукой вверх и вниз над вашим коленом. Я могу чувствовать это. Я могу чувствовать это на самом деле. Я чувствую. Что вы чувствуете? Я не знаю, что это, но это Господь. Я знаю это точно. Я хочу провести рукой с этой стороны. Я что-то чувствую. Я чувствую. Я знаю, что вы не прикасаетесь ко мне. Я не прикасаюсь к вам. Я просто двигаю рукой над вашей ногой. И все становится лучше. Я знаю, мне становится лучше.
и сейчас в спине. Я знаю, что Господь привел меня сюда сегодня. Откуда вы? Мой коллега с работы рассказал мне все о вас. И я знаю, что Господь привел меня сюда сегодня. Я знаю, что это так. У него было что-то особенное приготовлено для меня. И сейчас двигайте, двигайте своей ногой. Посмотрите. Вы можете поверить в это? Я могу. Я могу тоже. Народ Божий, давайте воздадим Господу великую славу. Иисус, Твое сладкое имя. Продолжайте играть. Иисус, я говорю вам, я чувствую такой огонь на руке прямо сейчас. Я чувствую невероятный огонь на правой руке. Я не знаю, что происходит. Все, что я знаю, так это то, что Господь говорит, двигай своей рукой. Они начнут чувствовать этот огонь, и они будут исцеляться. Все так просто? Нет боли? Нет боли! Воздайте Господу великую славу!